Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас OLED-телевизор Sony 65AF8 2018 года выпуска. Модель относится к категории флагманов от компании Sony. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Я очень старался собрать всю информацию о модели, написать сценарий, озвучить и смонтировать данный обзор. Буду очень благодарен, если вы поставите лайк этому видео. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение OLED 3840 на 2160, матрица OLED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Ни с чем не сравнимые впечатления. 4K OLED-телевизор от Sony — это реалистичное изображение, беспрецедентная контрастность, глубокие черные тона и богатые естественные цвета. За точную обработку изображения отвечает процессор X1 Extreme, который управляет каждым из более 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей по отдельности. Мощнее, производительнее, красивее. 4K HDR процессор X1 Extreme обрабатывает изображение в реальном времени, обеспечивая сверхвысокую детализацию и повышает их разрешение практически до качества 4K HDR. Потрясающая четкость каждого движения. Технология X-Motion Clarity обеспечивает плавное, четкое и динамичное изображение благодаря точному контролю для минимизации размытости видео. При этом даже быстро сменяющиеся изображения не теряют своей яркости. Красочное изображение, которое оживает. Технология Triluminous Display способна воспроизводить широкую гамму живых цветов, а изображение на экране приобретает более реалистичные тона и оттенки. Технология Object-Based HDR Remaster анализирует цвета отдельных объектов и корректирует их контрастность. Этим телевизоры выгодно отличаются от обычных, которые регулируют контрастность только по одной кривой черно-белых тонов. Индивидуальная обработка элементов делает текстуры детальнее, усиливает глубину и реалистичность изображения. Супер битмэппинг 4K HDR. Вы когда-нибудь любовались закатом? Это невероятное сочетание тысяч тонов, оттенков и цветовых переходов сложно воспроизвести. Но технология супер битмэппинг 4K HDR способна передать их все. Она создает плавное, реалистичное изображение высокого качества на экране 4K телевизора и предотвращает сегментирование картинки, что не всегда удается другим телевизорам. С 4K X-Reality Pro разрешение каждого изображения повышается, чтобы максимально приблизить его к качеству 4K и добиться невероятной четкости. Качество изображения улучшается в реальном времени, обеспечивая тонкую проработку деталей. Dual Database Processing — одна база данных делает изображение чище, понижая уровень шумов, а вторая обеспечивает четкость, искусственно повышая разрешение. Таким образом, изображение динамически корректируется и заметно улучшается в реальном времени. Motion Flow XR обеспечивает плавность динамических сцен. Оцените плавность и высокую степень детализации даже в самых динамичных сценах с быстрой сменой планов благодаря Motion Flow XR. Эта инновационная технология создает и добавляет дополнительные кадры между исходными кадрами видео. Специальный алгоритм сопоставляет ключевые составляющие изображения в последовательных кадрах и вычисляет недостающие фазы движения в имеющейся последовательности. Захватывающее развлечение в 4K HDR. Этот телевизор подарит вам невероятное удовольствие от фильмов и игр в 4K HDR. Он поддерживает различные форматы HDR, в частности HDR10 и гибрид Log Gamma. Отличный обзор под любым углом. Наслаждайтесь ярким и четким изображением с любого ракурса. Собирайтесь всей большой семьей для совместного просмотра любимых фильмов и не беспокойтесь о зрительских местах. Обзор будет идеальным с любой точки в комнате. Измените свое представление о просмотре с Dolby Vision. Благодаря ослепительным, светлым и глубоким темным тонам, а также ярким цветам, происходящее на экране выглядит еще реалистичнее. Dolby Vision — это решение HDR, которое подарит зрителям незабываемые впечатления от просмотра фильмов в домашних условиях. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора — 274 см. Этот телевизор 4K HDR OLED имеет простой, лаконичный дизайн, чтобы ничего не отвлекало вас от главного, происходящего на экране. Кабели и провода всегда будут аккуратно убраны под крышку. Размеры телевизора — 145 см в ширину, 84 см в высоту, толщина 5,5 см, вес 24,4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 300 на 300. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. Один разъем для локальной сети, один композитный, один компонентный, 4 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI+, 1.3. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.
Операционная система Android 7.0 с планируемым обновлением до Android 8.0. Google Play – бесконечное разнообразие контента и приложений. Открывайте для себя фильмы, телепередачи, игры и многое другое на Google Play. Оцените огромный выбор приложений на экране телевизора в новом свете. Голосовой поиск – скажите, что вы хотите посмотреть. Тратьте меньше времени на поиск контента, уделите больше времени просмотру. Функция голосового поиска в Android TV позволяет пользоваться мощными поисковыми возможностями Google и находить контент, предлагаемый различными сервисами, без лишних усилий и без необходимости текстового ввода запроса. Вы также можете получать рекомендации, например, по запросу «Романтические комедии» вам будет показан список вариантов. Какая сегодня погода? Прогноз на сегодня 8 градусов, дождь. Возможность подключения по Bluetooth. Подключайте к телевизору совместимые устройства с поддержкой Bluetooth, чтобы получить беспроводной доступ к развлечениям. А подключив наушники с поддержкой Bluetooth или Bravia, вы сможете без помех наслаждаться любимыми телепередачами и музыкой, где вам удобно. Транслируйте контент на большой экран с поддержкой Chromecast. С помощью встроенной технологии Chromecast можно транслировать видео, игры и приложения с мобильного устройства на экран телевизора без потери качества. Для этого просто коснитесь кнопки трансляции Cast на экране вашего устройства Android или iOS и продолжайте пользоваться смартфоном или планшетом, как вы привыкли. Превратите свой телевизор в цифровое устройство записи USB HDD Rack. Храните любимые телепрограммы на внешнем жестком диске USB и смотрите их, когда вам этого захочется. Функция USB HDD Rack позволяет выполнять запись в одно касание и по таймеру записи цифрового вещания на любой внешний жесткий диск с портом USB и емкостью памяти до 2 ТБ. Во время просмотра телепередачи просто нажмите кнопку REC, чтобы начать запись. Она будет автоматически остановлена по окончании программы. Наслаждайтесь играми с PlayStation в HDR качестве. Телевизоры 4K HDR от Sony создают идеальный тандем с консолями PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Благодаря четким текстурам и ярким насыщенным цветам вы сможете получить настоящее удовольствие от игры. Input lag при разрешении 1080p достигает 21 миллисекунды, а при разрешении экрана 4K до 30,8 миллисекунд. Технология Acoustic Surface. В обычных телевизорах звук исходит из динамиков, а в этом излучается всей поверхностью экрана, даря невероятные впечатления от развлечений. Сзади на телевизоре расположены два приводных механизма, обеспечивающие вибрацию экрана. В результате звук в прямом смысле потрясает. Оцените невероятную целостность изображения и аудиодорожки. Кинематографический звук S-Force Front Surround. Переживите полный эффект присутствия благодаря богатству деталей звуковой сцены. Большое количество данных теряется при цифровом сжатии аудио. Технология улучшения цифрового звука DC позволяет восстановить потерянные при сжатии частоты, в особенности высокие частоты, обеспечивая естественность звучания и расширяя звуковую сцену. Выходная мощность 50 Вт, 4 по 10 Вт динамика и 1 по 10 Вт сабвуфер. Поддерживает Dolby Digital Plus. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, оказалось их не так много, всего 2. Давайте посмотрим, на что жалуются пользователи данной модели. Сложность монтажа, высокая цена. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам о положительных сторонах, которые частично пересекаются с отрицательным мнением. Давайте перейдем к хорошему. Быстрый, не тупит и не тормозит. Сходу подключается к домашнему Wi-Fi без всяких танцев с бубном. Удобная ОС на Андроиде. Идеальный ТВ для тех, кто ценит качественную картинку и любит смотреть фильмы. Лучшая OLED-панель. Отличный телевизор. Установил вместо окна. Вид шикарный. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!